Улица Есенина, район Дворца детского творчества. На автодороге оживление, вдоль трассы работают люди и сучкорезы. Теперь это уже не санитарная стрижка, а скорее общественно полезная. Срезают по обращениям граждан. Разросшиеся ветви заслоняют знаки дорожного движения и постоянно норовят полежать на электрических проводах. Впрочем, только лишь рубкой сучьев дело не ограничится. Дирекция благоустройства готова дополнительно осматривать и устранять помехи выездам со дворов. Если надо, косить траву в том числе. Рады, если житель нашего города окажет нам содействие с указанием мест, именно таких мест, которые требуют особого внимания, где необходимо провести такие работы. Телефон диспетчерской службы нашей работает в круглосуточном режиме. Телефон 70 12 93. Звоните, мы принимаем заявки. Жители домов у парка имени Гагарина свою заявку, кстати, уже оставили. Сегодня им облагородили беседку, главное место сбора общественных активистов. Сейчас здесь работает порядка 45-50 человек. Мы проводим работы по окосу территории, по подметанию, по сгребанию мусора, стрижка кустарника, покраска лавочек. В дальнейшем работы будут продолжены до полного их завершения. Будут докрашены все детские площадки, установлены необходимые таблички. Примерное завершение всех работ в Гагаринском парке – конец следующей недели. Принимать будут вместе с общественниками, как и полагается. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».